Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, с их автобиографией. Итальянский художник, акварелист, рисовальщик, гравер, иллюстратор Асфальдо Тафани. Асфальдо Тафани родился 18 сентября 1849 года во Флоренции. Начал заниматься иллюстрацией как карикатурист в середине 1870-х годов. Этот «мастер карандаша», в кавычках, как его любил называть критик 30 лет спустя, начал ученичество наборщиком у флорентийского печатника. Первые рисунки были напечатаны в журнале «Иллюстразионе Универсале», опубликованном в Милане в 1874 году. Постепенно он начинает сотрудничать со множеством газет. Его работы также можно видеть в новостях, иллюстрированном журнале «Le Monde», иллюстрированном журнале «Figaro», «Вокруг света», а также в юмористических журналах, таких как «Смех», «Иностранцы» и «Графика». В начале 1900-х годов внес свой вклад, в частности, в «Пилигрим». «Пилигрим» – это французский католический еженедельник, посвященный текущим событиям, основанный 12 июля 1873 года. Иллюстрирует ряд работ, в первую очередь опубликованных в типографии «Маме». И в первые годы своего существования выполнил несколько гравюр на дереве. Умер в доме почетного легиона Сен-Рафаэль в Париже 4 декабря 1915 года. Но вот такие небольшие данные о итальянском художнике, акварелисте, рисовальщике, гравюре, иллюстраторе. Данные из Википедии. Художник Асфальдо Тафани. Пока-пока, до свидания.